Привет, друзья! Если вы увидите это растение в вашем дворе, ни в коем случае не уничтожайте его. Вот почему. Пускай оно и является сорняком, все же есть масса поводов не уничтожать его, ведь оно приносит пользу. Большинство из вас, вероятно, считает портулак бесполезным сорняком, но сегодня мы поведаем некоторые интересные факты о нем. Его листья приносят фантастическую пользу для здоровья. Так что в следующий раз, когда вы решите его выбросить, имейте это в виду. Портулак – растение с высоким содержанием витаминов и минералов, которые повышают общее состояние здоровья, а также с высоким содержанием железа и кальция, необходимого для здоровья наших костей. Его семена очень сильны, и растение может жить в течение 25 лет, а это означает, что оно значительно укрепляет иммунную систему. Этот сорняк содержит витамин А в большем количестве, чем все зеленые листовые овощи, которые предотвращают рак, и богат омега-3 жирными кислотами, так что эффективно предотвращает болезни сердца и инсульт. Кроме того, она свободен от ГМО. Так что советуем рассмотреть возможность включения портулака в свой регулярный рацион. Его листья имеют приятный вкус лимона и хрустящую текстуру. Таким образом, вы можете заменить шпинат этим растением и включить его в различные рецепты. Вы можете добавлять его в салаты и бутерброды, и так как он богат белками, это повысит уровень вашей энергии и придаст силы. Портулак также снижает риск нарушения развития у детей, как аутизм. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!